На стадионе «Искра» состоялся детский спортивный праздник, посвященный открытию новой трибуны для зрителей и площадки для игры в мини-футбол. Почетным гостем мероприятия стал прославленный футболист Сергей Юран. Это известный футболист Сергей Юран, мастер спорта международного класса, чемпион нескольких стран, нападающий звездного состава киевского «Динамо» и португальской «Бенфики». Он раздает автографы и фотографируется с учениками Люберецкой спортивной школы «Звезда». 650 юных футболистов, каждый из них мечтает быть таким же, как Юран, лучшим. Чтобы выиграть все мыслимые, немыслимые чемпионаты в области и в России, надо быть сильным. Вы знаете об этом? И тренированными. Вместе с представителями Люберецкой администрации и тренерами учебно-соревновательной базы спортивной школы «Звезда» прославленный футболист открывает новую площадку для мини-футбола и трибуну для зрителей. Первый матч на новом поле. Команда самых юных спортсменов против команды Владимира Ружицкого и Сергея Юрана. Детский тренер – это очень ответственный момент на данном этапе. Просто нужно любить детскому тренеру, любить свою работу. И тогда у мальчишек будет получаться. Здесь нужно вложить себя полностью в этого ребенка. А если так 50 на 50, то, ну, как правило, очень сложно потом мальчишкам идти дальше. На празднике также прошел парад-фестиваль детских футбольных команд и показательные выступления юниоров и футболистов фристайл-шоу. Завершилось все торжественным награждением лучших спортсменов. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.